многие люди не особо обращают свое внимание на резкий рост населения Земли, произошедший с периода 18 века. Кто из нас изучал графики и статистику, собранную по историческим данным прошлого? Практически единицы из нас. Но стоит углубиться в эту тему, и открываются просто удивительные факты. Известно, что наши предки жили по иным принципам, чем сейчас. Женщины рожали по многу, и семьи из 5-7 детей и более были стандартными. Доживали, конечно, до взрослого состояния немногие, но все же это не современные семьи из одного или двух детей, или вообще не желающие иметь наследников. Так откуда берутся люди, если сейчас женщины не хотят рожать много детей? Очень интересную теорию высказал известный писатель и блогер Андрей Тюняев, который считает прибывшее население биороботами, которых кто-то выпускает в мир. Ведь если это не так, то все женщины должны были рожать в большом количестве детей и сейчас. Давайте рассмотрим график прироста населения на Земле. Особенно интересен нижний показатель по годам. Вы видите, как с конца 18 и начала 19 веков наблюдается резкий подъем в графике. И это время самых массовых войн и убыли населения в той же Европе. Эти события никак не отразились в истории. Люди все равно стали прибывать. Вы скажете, стала лучше медицина и питание у людей? Частично вы правы. Но практически до середины 20 века медицина еще только решала многие проблемы борьбы с болезнями и инфекциями. Африка и Азия также только к этому времени вышли на более приемлемый уровень жизни. Может быть, эти графики неверны? Не думаю. Статистика в средние века уже велась, налоги платились. То есть какой-то учет населения уже велся. Однако, несмотря на большую рождаемость, население тогда не росло, а просто восполняло убыль. Сейчас же у нас наблюдается обратная тенденция. Население растет, но вроде как и не восполняется. Я хочу высказать свою теорию, конечно, не являющуюся истиной в первой инстанции. Просто будет интересно обсудить разные версии. Моя версия немного отличается от уважаемого мною автора Андрея Тюняева. Итак, вы заметили, что с периода 17 века стал наблюдаться резкий подъем развития технологий и науки. Исследователи говорят также о какой-то катастрофе, в частности потопе, который произошел либо в этот период, либо даже в 19 веке. Есть и такое мнение. Говорят и о предполагаемой ядерной войне. Как обосновать исчезновение многих городов со старинных карт, раздел мира между государствами, появление таинственных кратеров, расположенных рядом с населенными пунктами. А что если война и действительно была? Почему люди ничего не помнят об этом, скажите вы? А много людей сейчас вспоминают какие-либо конфликты, например, нападение НАТО на суверенную Югославию. Бывшие югославы живут своей жизнью, вливаясь в мир своих неприятелей. Так и в начале 16-17 веков Земля могла подвергнуться орбитальному удару. С орбиты мог наноситься удар по городам и странам. Что могли видеть люди? Пожары и разрушение городов. Рим под 10-метровыми слоями грунта, как и все города. Сибирь и Дальний Восток лишились многовековых лесов и очевидных городов. Вспомните степные пейзажи на фото 19 века. Только к 20 веку леса стали вновь восстанавливаться. После разрушений захватчики могли спуститься на землю и остаткам людей дать новые религии, создать новую историю, начать внедрять технологии и науку, заняв все ключевые роли. Ведь если ты имеешь вид земного гуманоида или генетически модифицирован, землянин даже не поймет, что среди них внеземные силы. Не относитесь к этому серьезно. Это только версии и попытки узнать, что действительно могло происходить в прошлом и почему у нас к прошлому возникает столько вопросов. А у вас, друзья, есть какие-то мысли на этот счет? Напишите в комментариях. Поддержите нас подпиской, лайком и репостом.